Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Второзаконие», и сегодня с Божьей помощью мы будем читать 21 главу. Здесь содержатся законы, искупительная жертва за нераскрытое убийство. Также законы о женитьбе на пленнице. Законы о праве первородства, о непослушном сыне, о повешенном. И мы начинаем с первого стиха и ниже. «Искупительная жертва за нераскрытое убийство». «Если в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левины, ибо их избрал Господь Бог твой, служить ему и благословлять именем Господа, и по слову их должно решить всякое спорное дело и всякий причиненный вред». «И все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой, Израиль, который ты, Господи, освободил из земли египетской, и не вмени народу твоему, Израилю, невинной крови». И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа Бога. Вот о чем этот, в общем-то, интересный текст. Он о ценности человеческой жизни. Найден человек, убитый, никому неизвестный, из какого города он неясно. Выясняется, какой город ближайший, ну и по логике есть некое подозрение по поводу этого города, и они должны совершать эти сложные ритуалы. Закалыванием телицы на особом поле, вот так подчеркивается ценность жизни всякого человека. Убить человек, найден. А сколько теперь в наших городах находят безродных, убитых людей, неопознанные трупы? Есть специальное кладбище для таких людей. И общество даже не воспринимает это как трагедию. Закон Божий настаивает на том, что любой труп, обнаруженный, это проблема для всего народа Божия. И до революции создавались погребальные братства, которые занимались именно тем, что хоронили безродных. Или находится труп, и они обеспечивали достойное погребение. Я знаю, что в настоящее время в Троице-Сергиевской лавре есть такая служба. Один брат, который долго занимался этой работой, погребанием умерших, он мне рассказывал, что милиция им прям звонит и говорит, вот найден труп, и они приезжают и забирают безродного, как бы, потому что непонятно, кто он, откуда,
И это исполнение закона. Когда мне об этом рассказали, меня даже на этой катафалке возили одно время, когда я читал лекции в студии «Обитель» Троице-Сергиевской лавры, и сзади гремели лопаты. И я с таким уважением смотрел на брата, который меня ввез. Он как раз был и водитель этой машины, такой катафалки, и он же участвовал в погребении этих людей. Когда христианин видит верность библейским принципам, заповедям, он должен испытывать радость. И я ее испытывал всякий раз, когда оказывался в этой машине, хотя сидеть там было, конечно, не очень уютно. Теперь о женитьбе на пленнице. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои. Вот здесь говорится об очень многом. О том, что евреи не считали другие народы как бы не людьми. Если пленница могла стать женою, это значит отношение к другим народам, кроме вот семи ханаанских, оно было все-таки очень взвешенное. И человек испытывал чувство любви, влюбленности в пленницу, и она ему нравилась. И он брал ее к себе в дом. И она должна была остричь голову свою и обрезать ногти свои. То есть привести себя в некий порядок и как бы избавиться от прошлого. Кстати, может быть, это впервые упоминается о том в Библии, что стрижение волос – это как бы расставание с прошлым. Может быть, монашеская традиция пострижения, она как раз от этого текста и происходит. «И снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца». Ее же город поражен, и, может быть, погиб отец или мать, она имеет право их оплакивать. А влюбленный не имеет права на нее набрасываться, что-то требовать от нее, она пребывает в законном трауре. «И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женою». Но тут почти получается, как бы, вот ты входишь к ней, ты входишь в нее, то есть теперь одна плоть, два плоть едина, нерасторжимый союз, и те отношения, которые существуют между мужем и женою, они имеют благословение от Бога. Это вообще первая заповедь, которую мы встречаем в Библии, прямо в первой главе книги «Бытия» – «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». «Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет». Хотя вначале она пленница, рабыня, но через вступление в брак она стала женою. Она потеряла статус рабыни. И если отношения не складываются, он не может вернуть ее в статус пленницы. Она свободная. Она прошла через его чресло и освободилась. И ее можно отпустить, куда она захочет, но не продавая ее за серебро
и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Она жила с тобою, она приносила тебе счастье семейной жизни. Ну, что-то получилось. Я предполагаю, что речь идет о том, что она не изменила вере своих языческих богов. Такое бывает. А мужу это, конечно, невыносимо, такое двоеверие. Хотя в Новом Завете допускается, что верующий живет с неверующей. Сказано, что неверующий муж освящается верующей женою, и неверующая жена освящается верующим мужем. Но это только в Новом Завете. Далее идет закон о праве первородства. Если у кого будет две жены, я уже говорил как-то, что в Ветхом Завете допускалось многоженство, но были правила. Если у кого будет две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. То есть правило первородства не нарушается. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Он начаток силы, чресел этого человека. И сейчас в нашей ситуации это может выглядеть так. Человек развелся, она осталась с ребенком, а потом он женился еще раз, у него еще дети. Так вот, главный его сын, первенец, это сын той, с которой он развелся. И если, не дай Бог, он будет нарушать этот закон, то это болезнью ляжет на детей второй жены или там, третьей жены. Сейчас много раз женятся. И это наказание, оно будет неизбежным. Далее идет закон о непослушном сыне. Если у кого будет сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старшинам города. Вот здесь стоит слово «элогим». «Элогим». Господь называется по-еврейски «элогим», то есть «правосудный». И здесь тоже слово «элогим», но оно уже относится к людям. В славяно-русской Библии это слово переводится словом «Бог». Поэтому, когда мы слышим слово «Бог», это строгость и правосудность. И напротив, имя Господь – это милосердие и любовь. Во Христе суд и милость встретились и облобызались. Христос – Господь наш – это источник спасения нас и в день последнего суда. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам места своего места пребывания, то есть где сидят судьи, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из себя, из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Мы видим, что закон по отношению
к ослушникам родителей был самый строгий. И вот этот мод и пьяница, непокорный, который не слушается родителей, он заслуживает такого сурового наказания, побиения камнями. Сейчас ничего этого не происходит, потому что Христос стал общей жертвой за всех людей, начиная от Адама, первого человека. Но секрет долголетия именно в том, что тот, кто почитает отца и мать, будет долголетен на земле. А тот, кто не почитает, не слушается, это самый суицидальный грех. Ангелы забросают его камнями, или печень разрушится, или сердце разрушится, или кишки, или все, что есть в организме. Слова Божьи, они все равно непреложны. И далее закон о повешенном. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Вот это закон, это пророчество о Христе. Здесь говорится о том, что за преступление, достойное смерти, человек может быть так наказан. Христос не имел на себе никакого преступления. Он взял на себя грехи всего мира. Как мы прочитали здесь. «Ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве». Он взял на себя проклятие твоего и моего греха. Он взял на себя проклятие Адама, проклятие всего рода человеческого, стал клятвой за грехи наши. И тут же мы прочитали, что тело надо снять с дерева до конца дня. И мы видим из Евангелия, как они спешили снять тело с дерева, потому что приближался другой день, с одной стороны, а потом не просто другой день, а субботний день. И надо было быстро все это сделать. Действительно, Христос жил по закону и казнен был по закону, взяв на себя все грехи и преступления. Он повесил их на кресте со своим телом, попустил этим римлянам распять его. Это великая тайна нашего спасения. Как сказано в Библии, выкуплены дорогою ценою, ценою крови Сына Божия. И апостол Павел пишет, что Христос все рукописание наших грехов, весь этот компромат, который бесы пишут на нас, он властной рукою пригвоздил к древу креста. На этом мы с вами оканчиваем изучение 21 главы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах и не пропускать их. Спаси Господь!